утро на Болткоме. Арифьев Александр Шунин, доброе утро. Доброе утро. Да. Вот человечество всегда гадило, мусорило, и, в принципе, вот даже когда ведут раскопки археологи, ну, они радуются, честно говоря, мусору, потому что позволяет это узнать, как жили вот древние люди, кстати, чем питались, там изучают всякие бытовые, все эти бытовые отходы, находят черепки, всевозможные, значит, кости, там крючочки, там что-то поломанное, выброшенное. Но, в принципе, вот с ростом благосостояния вот это количество мусора, оно растет в какой-то геометрической прогрессии, ну, и с численностью населения, опять-таки, тоже. И, конечно, с этим что-то нужно делать, и нас тоже коснутся вот в ближайшие годы изменения, поскольку вступают в силу всевозможные регулы, законы, которые регулируют вот это мусорное безобразие, и растут, конечно, тарифы на вывоз мусора. Как с этим? Плюс в Латвии, конкретно в Латвии, еще есть государственный план по управлению отходами, называется. Который до 2028 года, в общем-то, рассчитан, и в него внесены различные положения. И вот всю эту государственную политику и нынешнюю ситуацию, в том числе с сортировкой мусора, мы сейчас обсудим с Армансом Николаевсом, директором Латвийской ассоциации предприятий мусорного хозяйства. Доброе утро. Доброе утро. Да, если можно, просто мы немножко фоним, я не знаю, может быть, или в наушниках вам стоит нас послушать, потому что мы идем фоном. Да, сейчас вроде все в порядке. Итак, Арманд, вы с нами? Да, все в порядке, все, нас слышно. Нет, не слышно нам, звукорежиссер показывает. Слушаю вопрос. Ну, вопрос, в общем-то, о той самой государственной политике, вот этот вот план до 2028 года, основные его положения, чему они посвящены, к чему нам готовятся. Слышно ли нас? Вы слышали вопрос? У меня довольно просто. Да, хорошо. Ну, в принципе, да. Могу сказать, да. Да, у нас... Давайте перезапустим Zoom. Давайте попробуем, наверное. Арманд, мы просим прощения, да, вы у нас фоните в двойном, как это получается, количестве. Мы перезапускаемся. Мы сейчас перезапустимся и попытаемся таким образом снова связаться. Если вдруг не получится, то тогда, может быть, по телефону. Ну, да, а пока надо отметить, что вчера состоялась дискуссия с участием и представителей Министерства регионального развития и профессионалов этой отрасли. Как раз-таки обсуждались проблемы сортировки мусора, что нужно, чего не хватает. Впрочем, в нашем эфире тоже не раз уже и звучало. Те же самые проблемы недостаточного количества вот этих контейнеров и мест их расположения, связанным с этим какие-то нюансы. И вообще культура сортировки мусора, потому что европейцы уже давно привыкли, там даже вот, ну, доходит до таких моментов, что чайный пакетик разбирается, то есть вот металлическая скобочка идет в один контейнер, а сам пакетик в другой, а уж я не знаю, там бумажка от пакетика в третий. Так что... Ну, а, собственно, жмых вот этот из чайного пакетика в четвертый, потому что это же пищевые отходы. Да, то есть все то, что нас ожидает в ближайшие годы, не говоря уже о том, что появляются все новые градации деления. То есть мы обычно мы кидали как бы и картон, и пластик, и все остальное. Сейчас вот текстиль, специальные будут контейнеры для текстиля. Опять-таки, учитывая рост дорожания тарифов вывоза мусора, для многих, может быть, это станет спасением, потому что ну вот привычка сваливать все в один пакет, в один мусорный бак, в принципе, станет скоро накладной для кармана, потому что придется чаще вывозить этот мусор, больше платить за этот вывоз, ну, а сортировка, в свою очередь, поможет сэкономить для домохозяйств весьма и весьма значительные суммы. Да, тем более, что, опять же, стоит напомнить, не так давно у нас были представители компаний, которые занимаются вывозом и сортировкой, в том числе мусора, и они предупреждали о том, как нещадно вырастут тарифы для тех, кто не будет его сортировать. Уже с Нового года. Ну да, и получается такая парадоксальная ситуация. Ну, плюс еще в Гетлине построен за 20 миллионов
завод, и тоже, помнишь, там был нюанс, что этот завод, который перерабатывает мусор, он все равно вырабатывает мусор. Угу. И что делать с этим мусором, не знает даже Европа, которая навязала строительство этого мусороперерабатывающего завода. Вот такие есть нюансы. Мы пытаемся с Армандом Николаевым связаться по телефону, а для этого мы пытаемся выяснить его номер телефона. Ну, а пока что занимаем паузу в эфире. Ну, да, вот просто обозначивая тему, поскольку действительно эта проблема ведь должна решаться не только в Риге, не только в Периге, она, очевидно, должна решаться в рамках всей страны, и для многих граждан, конечно, это вопрос довольно, ну, болезненный, потому что и так мы видим рост цен на электричество, на газ, на отопление, и как еще, естественно, если вырастают тарифы на вывоз мусора, для многих семей это, ну, как бы, ну, очень тяжелое бремя. Отлично, так. Мы перезапустились, Арман снова появился в кадре. Поговорите, пожалуйста, господин Николаевич. Слышно? Да. Да, да, вот, теперь просто отлично. Ну вот, наконец-то. У нас была длинная-длинная подводка, теперь слово вам. Можно, мы все, мы даже перестаем задавать вопросы, мы свое отговорили. Это хорошо, я быстренько попытаюсь вкратце. В принципе, ситуация такова, что есть европейские директивы, европейские нормы по сбору и захоронению отходов, которых мы получили... Да, отсрочку до 35 года, что мы должны не более 10% сохранить на полигонах. Так что остальное до этого периода должны уже собрать постепенно и сортировать, и отвести на переработку. Потом следует за этим, чтобы эти нормы выполнить, государственные планы, как вы уже вначале говорили, 2021-2028 год, в которых предвидено, что не за сортировочный материал каждый год постепенно будет расти налог на природные ресурсы, то есть на тот контейнер, зеленый, черный, который вы вывозите на полигон, который не сортированный материал. И третьих, есть инвестиционные планы, это чтобы выполнить нормы, надо новые оборудования, особенно это связано с биопереработкой, то есть... Ну, то, что у вас от продовольствия остается дома, вы просто в отдельный контейнер, как в Риге уже более 1000 таких, наверняка, которые живут, видели, появились коричневого цвета, где идут продовольственные отходы и на специальное оборудование это идет на переработку, чтобы получить компост. Вот эти все складные получают то, что цена на отходы каждый год будет расти, но хочу сказать с нашей стороны, со стороны предпринимателей, что мы делаем все, что это все-таки один из видов коммунальных услуг, где вы сами можете немножко регулировать цену и питаться, чтобы не так много было завышение цен. Так, например, в каждом контейнере находится примерно 40-50% биоотходов. Если у вас есть возможность отделить их отдельно, то на биоотходы цена на 40% ниже, чем на простые бытовые отходы. Так что у меня просто такое предложение: сортируйте побольше, сортируйте почище, и у вас этот прирост вы почти не будете чувствовать. Но ведь для того, чтобы сортировать, нужно иметь доступ вот к этим контейнерам, то есть, чтобы они были в какой-то шаговой доступности, не нужно было в тапочках там вечером выбегать из дома, бежать несколько кварталов, чтобы вынести эти биоотходы или там какие-то другие. Самое лучшее, что они находятся на таком расстоянии, что вы можете в тапочках выбегать. Ну да, да, да. Это как раз вот очень важный момент. И тут по всей стране это, конечно, надо смотреть. У нас довольно много таких сельских окружностей, но там другое вообще будет вариант собрания этих биоотходов, там эти компостные ящики, возможно, и так далее. Но, скажем, в Риге сейчас Рижская дума уже идет на
предпринимателям помогает, и эти площадки, которые уже есть в квартальных домах, где находятся, они уже расширяться будут, и будут возможности побольше сортировать и тех же самых био, и тех же самых пластмассу, бумагу, стекло, если надо будет. И будем еще предпринимать, что со следующего года, 2 февраля, вступает в силу депозитная система. Так что если пойдете в магазин, можно будет сдавать и бутылку, сдавать и PET-бутылку и получить обратно депозитные деньги, которые вы заплатили, ходя и покупая этот материал. 67212-93-9, 67213-93-9, много звонков. Сейчас мы попробуем, да, с кем-то связаться. Доброе утро. Алло. Да. Вы знаете, я коротко постараюсь. На мой взгляд, разговор как бы ради разговора. Даю конкретный пример. Часто очень вижу, когда подъезжает мусорник, так как выношу в одно время примерно, в то время, когда подъезжает, и ни единого раза не видел, чтобы вывозили мусор раздельно. Все скидывает в одно место. Поэтому с тех пор я сортировать прекратил. Один, второй, третий контейнер, какие полные, те и сбрасывает. Это первое. И второе, когда заполнен основной контейнер, часто очень бывает, заполнен, ну куда выбрасывать? Выбрасываю, естественно, в то место, где свободные, а там я не смотрю где. То есть нету единой системы, налаженный вывоза мусора за нами не станет, как дело. Я понял, спасибо. Но... Смотрите, вот два момента. Да, вот первая претензия, ну что вот человек сортирует и вдруг видит, что это сваливается все в одно, то есть это сразу убивает какое-то желание, значит, сортировать. И второй момент, я понимаю, претензия в том, что ну, неравномерно заполняются контейнеры, и вот человек видит, что этот заполнен, ну и выкину-ка я его в другой. Ну вот... Начну с первого вопроса. Так что это просто вопрос в том, что надо людей изглить, вот, показать, как это все делается. И в наших планах компании есть, что будем делать видеоролики. Это не так, как вам кажется, просто весь материал все равно. Вот, скажем, этот человек, может, был аккуратный и выкинул то, что надо только, но 10-20% есть такие, которые выкидывают другой материал, не подлежащий сортировке и так далее, в этих контейнерах. И, в принципе, есть у нас сейчас в основном стоят так, стоят контейнер для стекла, контейнер, биоконтейнер сейчас новый, потом стоит контейнер для сухих отходов, то есть сухих материалов, это бумага, пластик, и общий контейнер. Вот это бумага, пластик, который... Он все равно идет на пересортировку, и не надо бояться, этот материал все равно пересортируется, не выкидывается вместе с тем контейнером, который идет прямо на гору сразу. Единственное, что самый этот плохой материал, если в каждый контейнер будете закидывать стекло, вот стекло, оно разбивается, и потом уже... Исходный материал плохо, но я говорю, будет видеоролик, и потом уже к концу года или в начале года, что мы все-таки покажем людям, как это делается. Помню, по поводу второго вопроса, по поводу того, что нет места в контейнере, и потом надо в этот сортировочный контейнер. Ну, этот вопрос на 90% относится к правлениям, которые обслуживают дома. То есть в Риге уже у нас хороший контакт с Ригеснам Парвалднекс, но есть еще и частные компании, которые обслуживают. И они пытаются, во-первых, сэкономить на вывоз мусора и недостаточное количество контейнеров ставить на объект. И эта проблема есть такая. Они пытаются, чтобы было поменьше, чтобы пореже вывозили. Но сейчас Рижская дума сделала новые условия для обслуживания отходов в городе. И уже должно тоже, они вступают в силу со следующего года, что ситуация должна нормализоваться. Там
разные условия берутся и по объему, который человек год разрабатывает эти отходы и так далее. Так что должно тоже меняться на лучшую сторону. Арманс Николаев, руководитель исполнительной дирекции Ассоциации мусороуборочных предприятий, на связи с нами. Но первая претензия позвонившего касалась того, что машина, которая приезжает, она сваливает внутрь себя из разных контейнеров. То есть мы можем сортировать, а те уборщики, они все равно все перемешивают. Известно ли вам о таких случаях, насколько они частые? Известно, что люди говорят, но в принципе, нет такого варианта. Если вы такое зафиксировали, у вас есть, если, может быть, мобильный телефон, вы можете к нам в ассоциацию прислать, и мы тогда посмотрим, кто это за компания, если точно так было. Но если зафиксировано, значит... Получается так, что людям просто кажется, а машина, возможно, два раза ходила. Первый раз забрала первый мусор, второй, но так, в принципе, не должно быть, что в одну машину берутся несортированные и сортированные. Но все равно из разных контейнеров собирается мусор в одну машину. Из которых? Из разных контейнеров все равно в одну машину. Ну, вы только что сказали, что он, может быть, второй или даже третий раз приехал за другим контейнером. Там же сейчас за желтым, потом за зеленым, но машина все равно одна. Одна машина идет прямо на гору, вторая машина идет на сортировочную линию. Ну, а внутри вот этой машины, даже, не знаю, в кузове, оно не перемешивается тоже? Какие-то там примеси не появляются? Ну, то есть в чистом виде все равно не сортируется? Это не мешает переработке? Все равно идет на сортировочную линию, нет? Они пустые уже приходят. Как должны поменяться, вот, в принципе, привычки, повседневные привычки потребления людей, чтобы, ну, вот мы, наконец, могли зажить более правильно? Я думаю, ну, во-первых, шаг, наверняка, даст это депозитная система, что все-таки уже вы что-то получаете обратно за то, что отсортировали. Да, конечно, есть там немножко проблемы, что вы мятые бутылки не сможете сдать в ПЭТ, они будут, должны быть целого размера, чтобы сдать, и не все стекло тоже пойдут. Но это уже первый, как говорится, морковка, которая та, которая пойдет в магазин обратно, и сдаете, и потом можете и в магазин, и эти деньги получить обратно. Второе, то, что все-таки людям надо понять, что сортировка им дает возможность сэкономить деньги. Если, вот скажем, сейчас стоят два контейнера, ну, простые бытовые отходы, один на сортировку, то надо смотреть, что, возможно, надо их поменять. Один на бытовые отходы, два на сортировку, и тогда уже ваш счет будет намного меньше, чем был бы, если эти наоборот бы стояли. И главное, я понимаю, это довольно трудно по биологии начинать, потому что это вообще... Кажется, вонь в доме и собирать отдельно продовольственные отходы, это тоже неприятно, но это все-таки дает возможность на 40% снизить вам свои счета на вывоз отходов. Хорошо, огромное спасибо за рассказ. Ну, конечно же, мы продолжим не раз, не два и не три еще вернемся к теме сортировки отходов. Дело это важно, есть свои нюансы, но все равно к этому рано или поздно мы придем. Благодарим за рассказ, за ответы исполнительного директора Ассоциации мусороуборочных предприятий Армана Николаева. Спасибо. Хорошего дня. До свидания. Удачи. У нас пауза, после которой мы возвращаемся. Конечно же, у нас будет очередной гость, и это будет директор Латвийского общества самаритян. Дело в том, что буквально на днях, позавчера, общество заключило договор с больницей Страдания о добровольной помощи COVID-пациентам, ну вот о том, что это за помощь, как при желании можно тоже записаться в добровольцы и пойти помогать в больницу, вот о всем об этом через несколько минут.